Интересно, интересно. Может быть, это что-то новенькое будет от команды. Посмотрим, посмотрим. Думаю, игра нам это покажет. И ребята из команды Useless Squad банят от World Devolver. В ответочку знают, что это команда Useless Squad, это сигнатурочка часто. И сразу же на first pick команда Лысый плюс 4 забирает Draw Ranger моментально. Ну, зачастились пики ее очень сильно. То есть действительно видно, что ребята постоянно играют на Draw Ranger. Особенно Лысый плюс 4. Да вот буквально вчера я стримил игру, также в обеих картах была забрана дроука на first pick. А ребята из команды Useless Squad банят Сларка и Outworld Devolver. Забирают они Огр Мага и кого? Какая-то задумочка. Смогут ли ребята из команды Useless Squad противопоставить себя вот этой пушащей стратегии молниеносной команды Лысый плюс 4, которая зачастую... Shadow Demon команда Useless Squad забирает отличное решение. Будет какая-то ответочка, возможно, в ту же пуш-стратегию откидываться. И инвокера моментально забирает команда Лысый плюс 4. Ну, что, посмотрим. Интересно, интересно. У нас предначертана сегодня игра. Сражение двух эдаких титанов лиги. Фактически титанов. Ну, четверка The Best. И думаю, сегодня не обойдется без крови. Вот. Третий пик от команды бан от команды Useless Squad. Что же забанят ребята? Что забанят? Даже не знаю, столько уже раз команда Лысый плюс 4 разнообразный пик у них, даже несмотря на пуш, абсолютно он строится из сигнатурочек ребят, которые у ребят, у которых очень широкий пул персонажей. Команде Useless Squad, Squad, думаю, стоит постараться. Бомжа Даня. Дайнга банят команда Useless Squad. Извиняюсь, бомж, это в рамках своего фанового комьюнити. Я называю он Дайнга. Вот. И ребята из команды Лысый плюс 4 банят Фантом Лансера. Еще один бат. Интересно, третий пик покажет нам, что будет расчет игры команды Useless Squad. Что же. Тоже вот интересно мне, как они будут противопоставлять пушащую стратегию команды Лысы. Потому что, как я предполагаю, команда Лысы плюс 4 будут играть свою стандартную доту. И менять они ничего не настроены в целом в этой игре. Во всяком случае, это видно по первым двум пикам их сигнатурочки. Вич Доктора банит команда Useless Squad, и отличное решение, как мне кажется, действительно сильный персонаж, как для пуша, так и для файтов, как и на лайнинговой стадии игры. И команда Лысый плюс 4 решает, что необходимо не забанить Сэнд Кинга. Третий пик от команды Useless Squad. Что же заберут ребята? Ну вот даже тяжело так как-то анализировать игру. Я, к сожалению, не стримил ребят из команды Useless Squad ни разу, ни одной игры не стримил их. Зато команду Лысый плюс 4 уже в рамках нашего турнира я знаю достаточно хорошо, на что ребята эти способны, и они могут действительно выдавить своих персонажей максимум.
Нюкса забирают ребята из команды Useless Squad. Да, да, Нюкс хорошее решение в целом. Хороший хардлайнер, который может доставлять проблемы как дроп рейнджер, так и инвокеру. И третий пик от команды Лысых Вес 4. Что заберут парни? Посмотрим. Да, Нюкс может стать проблемой в какой-то момент для команды Лысого и может вносить уйму импакта на средней стадии игры, убивать коров буквально в соляну, как говорится. Третий пик от команды Лысович. Не ожидали, видимо, ребята увидеть Нюкса и призадумались они немного. Призадумались, обдумывают сейчас пик. Тяжело, безусловно. Венги Фулл Спирит забирает. Команда Лысый плюс 4. Ну, продолжают в своем духе. В своем духе команда настроена играть в свою доту. Не побоясь никакого Нюкса. Не знаю, смогут ли реализовать свою пущую стратегию команда Лысого. Думаю, что Нюкс будет этому всячески противостоять. Свена забирает команда Useless Squad. Отлично, отлично. Если он успеет выфармить нужные айтемы к 15-й минуте, то тяжело будет команде Лысого. Хорошее решение вообще в целом. Даже не знаю, что посоветовать команде Лысого сейчас. Необходимо взять в хард-линию. Да, нужна сейчас харда. Думаю, фармилу ребята оставят на... Нет, фармилу уже взят. Еще один суппорт. Возможно, мы увидим какого-нибудь... Не знаю даже. Нужно что-то, что будет помогать команде... Буквально по всей карте что-то, что будет готово впитывать урон и как-то спасать от урона. Нужен будет отличный вижен команды Лысого. Во всяком случае, в предыдущих картах, которых я видел, Лысый у команды Лысого был очень хороший вижен. Но не против инвизеров. Не против инвизеров. И посмотрим, насколько тут у них игра изменится. Инвизеров, да, так лучше. Может быть, это будет какой-нибудь Баунти Хантер? Или селедочка в сложную? Да, Баунти Хантер не так полезен будет, как сельдь здесь, как мне кажется. Слардар, минус армора отличный. 10 секунд remaining. Чена забирает команду Лысый плюс 4. Свою сигнатурочку ребята решили взять. И, видимо, показать команде Useless Squad, что такое дота от команды Лысый плюс 4. Последние баны у нас в настоящий момент происходят. Бан команды Useless Squad. Остается у них буквально 20-30 секунд дополнительного времени. И что ребята забанят? Что же забанят, интересно? И банят они Тайдхантера. Тайдхантера банят. Ну, не думаю я, что команда Лысого планировала забирать Тайдхантера. Не кажется мне. Что-то. А команды Лыс плюс 4 будут банить мидера. Useless Squad и... ОД забанен. Тимбера банят. Тимбера решили забанить. Решил забанить капитан команды Лысый плюс 4. И последний пик
Это Шейкер, воу, интересно, интересно, не видели мы еще Шейкера от команды Лысого. Шейкер хардлайнер, полагаю. Ну, даже не знаю, насколько ему будет тяжело стоять. Стоять придется против Огрмага, Шадоу Демона и Свена. Хорошее решение, возможно. И это Зевс на ласт пик от команды Useless Squad. Да, такое противостояние будет очень сильное для обеих команд. Вот насколько реализуется Шейкер в этой игре, я не знаю, честно говоря. Даже представить боюсь. Это может быть критично для команды Лысого. Но думаю, ребята будут действовать по какой-то своей рабочей стратегии. Во всяком случае, придерживаться ее, стараться. И сейчас игроки разбирают своих персонажей. Игроки разбирают своих персонажей. И вот обычно мне в Сокасте, кстати говоря, помогает такой человек, как Егор, Дэймон Демон. Сегодня его, к сожалению, с нами нету. И посмотрим на... не знаю, мне не задавал никто вопросы, но обычно мы стараемся задавать друг другу вопросы какие-либо, и это что-то вроде «Чей пик тебе нравится больше?». И в этой игре, если бы был Егор, я бы задал ему, или он мне задал этот вопрос. Да, чей пик мне нравится больше? Посильнее, поувереннее. Не знаю, команда Useless Squad очень сильный пик. С этим тяжело не согласиться. Действительно, пик, который может выиграть карту. Очень сбалансированный. Очень агрессивный. И против пика относительно стандартного. Лысый плюс 4. Ребятам придется попотеть, как мне кажется. Так, у нас стандартный вылет из лобби. И ребята сейчас переподключаются, уже заходят. Заходят у нас готовые бойцы. Давайте немного посмотрим. Так. Вот они. Четвертое место. Shadow Demon уже готов вырывать свое... свое законное третье место, которое ребята планируют урвать. Не хватает здесь мистера Зевса. Вот. Команда Лысого в сборе также, но ребята уже суетятся. Возможно, это может быть будет выход в смоках какой-то попытаются реализовать. Невидимые еще не успели закупиться, ребята. Стандартный ченовский реджой. Стандартный реджоевский чен, вернее. Посмотрим. Очень сильный пик у команды Useless Squad. Сейчас ребятам придется столкнуться. Не хочу сказать с поражением, но возможно с пересмотром какой-либо... с пересмотром каким-либо своей игры. Да, Тайдхантера Шейкера в сложной. Как же он там будет стоять против Свена, Шадоу Демона и Огрмага, боюсь представить. Ох, тяжело ему будет, тяжело. Может быть, стоило какого-то, не знаю, Тимбера взять. Гораздо лучше смотрелся бы, как мне кажется. Но все-таки был взят против иллюзий, полагаю, ребята настроены играть. Побоялись они иллюзий. Возможно, это какие-то сигнатурочки исполнения команды Useless Squad хорошие. Побоялись иллюзий и решили взять Шейкера. Так, вот у нас уже пикают игроки. Команда Useless Squad готовятся куда-то, они тоже стараются рваться в бой.
Так. Затягивается пауза, сбивает это, безусловно, сбивает это. Ну, что поделать, придется ждать. Так или иначе, придется ждать. Даже не знаю. Ну, по расстановкам давайте пройдемся тогда в таком случае. Ну, это будет лесной Чен от команды Лысый плюс 4. Саппортящая Венгадра у Рейнджер в легкой. Инвокер в миду и в сложной Шейкер. У команды Useless Squad Хардлейнер. Хардлейнер Нюкс. Легкая Shadow Demon плюс Свен. И помогать им еще будет на линии Огармаг. В миду будет стоять Зевс у команды Useless Squad. Затяжная какая-то пауза. Несколько. Так, и вот, наконец, подключается к нам Зевс, будет, он уже готов. Просят еще секунду команда Useless Squad. Ну, подождем. Не знаю, давайте пока с чатика, может быть, пообщаемся. Ребят, если есть какие-то, за кого болеете, там может быть интересно мне посмотреть. Противостояние двух достаточно сильных команд, как мне кажется. С Аксом вместо Шейкера было бы намного легче. Возможно, но Акс был забанен в первой стадии банов. Моментально от команды ЛС4 залетел. И вот продолжается у нас игра. Перейдем к представлению. Огрмаг от команды Useless Squad Lance. Nux Assassin. Командор B. Зевс. Беберч. Так, Shadow Demon. Sledge Dota. И Све... Так. И Свен Релианс. Лысый плюс 4. 4-6 боя играет на Шейкере. На Инвокере у нас Катан. Реджой на Чене. Дроу Рейнджер, Наруто и Венги Фулл Спирит. На Венги Фулл Спирит играет сегодня Алоша. Итак, расходятся ребята по рунам. Нет, не банит спаун Нюкс. Он ставит себе Вижн. Будет пытаться подфармливать. Не видели, не должны были видеть этот вард команда Лысый плюс 4. Разошлись по рункам. Готовятся, они стоят здесь, даже не встречают своих соперников. Так уже позиционку заняли. Так. И дает паузу вновь. Снова дисконнектится у нас игрок команды Useless Squad. Ох, сложно, только лишь думал, только начнется игра и вот вам. Нате, получите.
Так, боже, где же Зевс? Давайте подождем Зевса. Ну, общаются ребята, не может это не радовать. Не может это не радовать. Безусловно, когда такое дружеские отношения происходят в лобби. Да, не стоит, конечно, перегибать палку, использовать нецензурные выражения, сочетание букв и слов. Переподключается. Передают привет Сане, надеюсь, это мне. Если мне, то привет, Наруто. Привет. Я как раз Саня. Для тех, кто не знал, передаю привет моей девушке, Алоша. Если девушка... А, он своей руке передает. Ну, увы, своей руке можно и не в чат. Также Наруто своей девушке передает. Лишь бы это не была рука другого игрока из команды Лысый плюс 4. Название интересно, ребята придумали, безусловно. Ну, пожелаем удачи как Лысому, так и Юзлоскладам. Ох, ну закупились, надо давайте Загуб, Шейкин у нас взял тапочек, 4 Тангуса, Вард и 2 Кларити. Инвокера имеется Фэри Файр, Стики, 2 Тангусика и Айрон Бренч. Дроу Рейнджера взяла масочку и 4 Тангусика. Чен Смоки, Тангус и Варды. Команда Useless Squad. Nukes Assassin имеет 2 Mango, 4 Tango и 1 Iron Branch. Огармак имеет Mango. Ой, я не знаю просто, как занять эфирное время. Не знаю, я бы вам рассказал что-нибудь забавное. Но боюсь, тогда мне придется уволиться. Потому что у меня забавное все лишь с нецензурными выражениями происходит в жизни. Ну, не будем обо мне. Сегодня все-таки трансляция не обо мне. Да, затягивающие паузы. Такая пауза уже скоро должна будет заканчиваться. Да. Не хотелось бы, знаете, скажу ж так, что не хотелось бы мне видеть игру стандартную от Лысого плюс 4, именно с учетом и таких пауз затяжных. Это может получиться не совсем удобно, если игра будет длиться 16 минут, а пауза у нас 10 минут. Безусловно, это отвратительно. Да, нужно было бы как-то игроку Useless Squad, не знаю, если у него имеются подобные проблемы, стараться их решать, ну, до матча, как минимум, рисать себе ноутбук или там роутер, что-то нужно было рисать, в общем. Так.
Рисуют, ребята, рисуют на миникарте. У Зевса также имеется два Тангуська, два Iron Branch и два Clarity. У Свена Тангуськи щиток и Манго. Плюс два Iron Branch. Да, затягивает, затягивает пауза, затяжная. И вот, наконец, заходит. Есть у нас команда от игрока Useless Squad, что игрок заходит. О, как же долго, как же долго. Ребята, Зевс, вот он зашел. Все мы знаем, что это из-за Ромы урода. Ну да ладно, Рэдди. И начинается у нас игра. Начинается у нас игра, и игроки расходятся по рункам. По рункам. Что у нас, будут ли у нас где-то драться? Ребята, здесь нижнюю руну ребята отдают. Если бы хотя бы парочка игроков была команда Лысы на верхней руне, то можно было бы и подраться. Так, и моментально съедается этот вард. Достает. Да, отлично. Division демонстрирует команда Лысы плюс 4 и ставится вард сразу же. Вот, и расходятся, ребят, по рунам. Здесь пытаются харасить Огр Маг. Не дать вначале преимущество инвокеру. На верхней линии. Как же стоять этому бедному шейкеру? Интересно, здесь придется. Ну, во всяком случае, хотя бы он стоит не против Огрмага и Шадоу Демона. Однако инвокеру придется, конечно, пожертвовать. Инвокерам немножко придется пожертвовать. Имеются стики у инвокера, к слову. Понимал он, что стоять ему придется против Зевса и, безусловно, закупиться ими. Так, дается стан в Нюкса. Нету Карапаси. Карапаси у Нюкса. И расходятся ребята. Есть две Кларити у Венги. И съедается вард. Съедается вард. Сразу же попытка зацепить кого-то, возможно. Нет, это такое себе. Ух ты, здесь тем временем инвокер проседает по XP. И нет всего лишь второго скилла, чтобы буквально добить его. Тяжело здесь инвокеру, тяжело. Безусловно. И Зевс снова отключается. Не успев начать игру, ребята... То вот здесь вот вар совсем немножко, полагаю, не достает. Или просто не может подойти шейкер. Ненавидят ребята из команды Useless Squad украинский интернет. Полагаю, из-за того, что не может зайти игрок. Я не хотел бы видеть игру 4 в 5, честно скажу. Прям вот очень не хотел бы. Но, возможно, мне... Не знаю, если команда Лысы плюс 4 согласятся подождать. Мне придется это сделать. Узнать у ребят.
Если ребята из команды Лысый плюс 4 будут ждать, то... то придется ждать Зевса. Если они не настроены и хотят в рамках регламента отыграть игру, ну, принципиально и возможно, то придется там видеть, видимо, доту 4 в 5. Да, как бы это прискорбно не звучало, но. Да, обидно, обидно. И уточняет Огармаг сейчас, сколько ждать. Заходит в доту игрок Useless Squad. И вот переподключается Зевс снова в очередной раз, уже в третий для этой игры. И начинают. Так, ну уже на эмоциях. Видно, что игрок на эмоциях начинает гоу тыкать. И, ну, безусловно, я за такое не даю замечания, когда видно, что все хотят начать игру продолжить. Он фактически отхилился, у нас уже инвокер тем временем. И да, совсем немножко не достает. Будет ли попытка сейчас забрать шейкера? Нет. Нет, не пытаются, пока делаются отводы. Огромная куча крипов сейчас подойдет, возможно, к шейкеру. Да, огромная куча крипов. Думаю, получит он свой третий левел за эту кучу. Девардятся. Варды от команды Useless Squad и попытка Огармага выйти на шейкера. Сейчас шейкер может погибнуть, если... Огромную кучу крипов он постарается... Нет, у него есть вижн, попытается ли он уйти, зацепили его, будет ли делаться телепорт. Отходит он, отходит, пока живет. Ой, сейчас может получить по лицу как, если Свенда станет станчиком, получить по лицу, даст. Ну, отлично контролит дистанцию, рейндж отлично видит. Игрок команды Лысый плюс 4, 4-6 бой. И заставляют его отойти к Т2 Тавру. Заставляют буквально. Ну, здесь и ребята из Useless Squad не отходят. И вот попытка закрыть его. Сейчас будут зацеплять. У Шейкера нету тангузов. И да, его видно сейчас зацепляется. И это First Blood от Shadow Демона. Открывают счет команда Useless Squad. Закрыли его, да. Но нужно было, наверное, делать какой-нибудь винге. Телепорт пытаться. Есть карапасики у Нюкса. Кстати, мисс. Да, и тяжеловато. И венге Full Spirit отходит. Харасит ее крипы, добьют ли нет. 47 хп, выживает. Так, есть здесь выход от Чена. Попытка выйти на Нюкса. И сеточка есть. Замедляют. Карапаси сейчас появятся. Открывается, добьется. Инвокер нет. Карапасями эвейдится скилл. Моментально телепорт от Shadow Демона. Будет ли попытка забрать Чена? Возможно. Сможет накидать? Нет. Маны, к сожалению, нету. И докидают. Да, добивает Shadow Демон. Отличная игра. Отличная игра от команды Useless Squad сейчас у нас. Да, ребята очень хорошо играют. И нужно как-то собраться команде Лысый плюс 4. Да, этот Огармаг не дает спокойствия никакой из команд. Делается тэп-аут к инвокеру. Делается телепорт к инвокеру от Чена. Попытается он тут зацепить Огармага. Обмениваются они здесь тычками. Вот так вот, ребята. И у нас 4-я минута. Давайте посмотрим, что по крипстатам. Впереди всех идет Свен. Впереди всех.
Также его преследует, буквально нос в нос идет Дроу Рейнджер и Инвокер. Закрывает четверых лидеров по крипстатам Зевс. И есть выход от на Дроу Рейнджер. Попытаются забрать сразу же телепорт моментально и цепляют. Уйдет ли? Дроу Рейнджер уходит буквально на лоу хп. Сразу юзаются Стики и Сальва. И возможно это контратака будет. Нет, отступает. Да, Карапаси, нет, не все так, потому что это за смока были. Это, видимо, был мисклик от Венги Full Spirit. Совершенно верно. А здесь Тайду не дают выйти с линии. Однако имеется у него уже пятый левел. У Свена также имеется пятый левел. И 780 голды на руках у Шейкера есть. Как интересно, здесь Огрмаг забирает рунку, контролит. Попытается ли он выйти сейчас на инвокера. У инвокера есть... Ну, будет собираться он через медасики. Есть у него перчаточка. И что будет дальше, интересно мне. Ну, имеется, безусловно, у инвокера стики. И должны догадываться ребята из команды Лысый Плюс 4, что здесь есть кто-то, возможно. Огрмаг и попытка убить Дроу Рейнджер. Дается стан от Огрмага и прокаст от Зевса ультимейт. И отлично, забирают ребята из команды Useless Squad Дроу Рейнджер. А тем временем... Еще и Шейкеру приходится совершить тактическое отступление на фонтан для того, чтобы подхилиться. Да, тяжело в этой игре будет ребятам с команды Лысый Плюс 4. Нужно как-то собраться, нужно... Этот Огрмаг, он просто не дает команде Лысого, не дает ни пофармить. Очень-очень крутое исполнение демонстрирует нам Ланс. Играя на этом персонаже, есть выход на Огрмага, и почему бы не попытаться, возможно, нету еще восьмого левела у Огрмага, отлично отрезает его Шейкер, и это будет открытие счета от команды Лысый Плюс 4. Сетки нету, здесь также Шадоу Демон, нет, отступают ребята, накидывается Хойсон от Шадоу Демона на Инвокера. Так, Шейкеру летит капелька и скролл. Вот, ну отлично вижу сейчас у команды Useless Squad, ничего не скажешь. Контролируют они карту, все. Ну вот сейчас будет уже какой-то, не знаю, очень агрессивно, чрезвычайно. Выход у Огрмага на мид, он был там один, нужно было ему это, не знаю. И Шейкер тем временем забирает Свена. Потратив он ультимейт и попытается сейчас, возможно, задонать еще тавер. Или не попытается. Отличная игра от 4-6 бой. Каким он фактически фулловый. Видимо, Свен был покосан на половину хп и влетела в него фиссурка и ультимейт. И, к сожалению, не удалось Свену выжить. Так, здесь у нас начинается фан-файт, ловит Нюкс Ассасин моментально стан, есть, сейчас будет попытка зацепить Вингу, и Винга здесь должна погибать, скорее всего. Да, Винга погибает, вот Огрмаг ее добивает, единственная проблемка, стоило бы оставить, наверное, Нюксу все-таки. Имеется восьмой левел уже у Инвокера, и летит к нему Медасик, 9-я минута. Также имеется тапочек. И вот попытка Дроу Рейнджер подраться вместе против Огрмага. Отлично станет. Кидается камень в Огрмага. Чен помогает харасить. Но здесь уходят игроки команды Useless Squad. И вот насколько реализованный. Нужно получить шестой левел Чену, конечно же. Безусловно. И попытка была... добить. Ух ты, как отлично эвэдит, но инвокер, однако, добивает своей огромной тычкой. Отличная фиссурка была от Шейкера. Неплохой санстрайк от Катана. И отступает немножко, счет уравнивает команда Лысый Плюс 4.
И здесь будет попытка забрать Нюкса. Ну вот-вот варды потрачены, а уходит он на лоу хп. И санстрайком добивает его инвокер. Отличная игра, безусловно. Шикарная игра от Катана. Демонстрирует в очередной раз он нам очень классного инвокера, который примерно... Во всяком случае, рассчитывает на глаз он теоретически проход для Нюкса. Теоретические варианты выхода прохода Нюкса. Не знаю, точно я извился или нет. Также упал тавер у команды Useless Squad здесь. И вот запаслись ребята вардами. Запаслись вардами. Летит еще у нас уже мека фактически. Большая часть меки имеется у Чена. И пытается здесь Шейкер дофармить свой блинк. Буквально 800 голды ему не хватает. А вот у Дроу Рейнджер пока все не так гладко. Погибла она, к слову, два раза, если не ошибаюсь, на линии. Один раз она погибла. 10-я минута, посмотрим, что по графике. Видимо, по графикам, видимо, что по опыту команда Лысый плюс 4 ведет 1500 голды. По голде также команда Лысого имеет преимущество в 2000. И вот попытка, также был снесен еще и в тавер инвокера. И вот здесь Нюкс, и надо ребятам как-то поставить вард обязательно. Имеются варды, а вардов нету ни у кого. Эх, ребята, сейчас можете заиграться, можете сейчас погибнуть. Пытаются отойти, а почему инвокер здесь стоит? Почему инвокера оставляют? И Нюкс палит инвокера. И будет он его забирать. Отличная фиссурка дается. Нужно отступать, не нужно было выдавать. Сейчас будет попытка забрать инвокера. Есть отличный ультимейт от Чена. И Чен выхиливает инвокера. Должен ли... А, погибает, к сожалению, здесь инвокер. Огрмак его добивает тычками. Контролит фражей инвокер, сейчас будет пытаться, видимо, простопить, закрыть проход. И здесь должен будет погибать Огрмаг, добивает Зевс, Венгефул Спирит. Так, а уйдет ли, фиссуры нет, 7 секунд, чуть-чуть не хватает, не отступает, ставит, дает ультимейт Шейкер. Расконтролят ли его сейчас, раскайтят, возможно, нет, Шейкер все-таки забирает Шадоу Демона. И уходит, Свен тем временем имеет Доминатор. Свен тем временем имеет доминатор. Безусловно, это драка в пользу команды Useless Squad. Застоялся инвокер как-то вот. Не ожидал я, почему, не знаю. Как-то неоправданно он там стоял, один одинешенек, будто АФК шел в пабе. Ну, видимо, пришлось отвлечься на что-то. И будут делаться здесь стаки для Свена. Свен не отрывает фарма ни на секундочку. Потом делаются ему стаки. Здесь и на верхней линии нету половину тавра. 13-я минута игры у нас. Шейкер добивает, пытается добрать, дособирать свой блин. Не хватает ему 100 голдишки, 150, если не ошибаюсь. Да, 150 голды не хватает ему. И нужно как-то, не знаю, команде Лысого надавить, потому что в лейте будет очень тяжело, как мне кажется. Есть мека у Чена, летит она, сейчас будет лететь она к нему уже. Кстати говоря, у инвокера был шанс там уйти, возможно, если бы он пошел через эти леса, если бы ему удалось уйти в тень, и если бы он не начал фокусить Нюкса. И снова попытка от команды Лысый плюс 4 забрать еще один тавер, свою копеечку. Отсутствует один тавер у команды Лысого. На команду Useless Squad решили не дефать, отдают они тавер. Дают. Есть векс на единичку у инвокера. В случае чего, думаю, сможет он уйти. У Шейкера тем временем появляется блин. А здесь снизу сплитпушить пытаются команда Useless Squad. Ну и безусловно у них будет получаться, однако они возможно потеряют за это время сплитпуш и еще один тавр себе. Будет пытаться здесь Зевс как-то дефать, смогут ли его зацепить игроки команды. Лысый плюс 4, есть Нюк, ставит здесь вард, есть и выйдет ли сейчас. Да, выходит, сейчас возможно будет попытка забрать, уходит Венгефул Спирит на лоу хп совершенно, дается ультимейт, отличный механизм от Чена и отличный ультимейт от Чена, выхиливает он фактически, отличный прокаст от Шейкера, однако уходит, делается свап на
Огр-мага, и Огр-маг погибает, также погибает Дроу-рейнджер, здесь выдает шикарный прокаст Зев здесь, и возможно будет погибать Шадоу-демон. Нету камешка, к сожалению, и еще и не попадает инвокер Санстрайком. Да, минус 3 от команды Useless Squad. Ставится Ice Wall, конечно же, эти игроки уходят. Ты настоящий друг. Эти игроки уходят, а Свен не отрывается, Свен впереди всех. Есть попытка выхода на Свена, будут сейчас пытаться ребята отбивать как-то свою голду, пытаются стопить, дается Cold Snap. Свен дает отлично Silence от Draw Ranger и погибает здесь Свен. Вот, кстати говоря, возможно за это вот поплатился Свен, слишком он уже нагло себя чувствовал, пытаясь пушить второй тавер, пытаясь, и поплатился за это. И вот ребята из команды Лысый Плюс 4 делают выход на Рошана. Есть ли Вижн? Нет, Вижна здесь нет. А, пробежал Крип команды Useless Squad, и они должны полагать, что... что-то здесь нечисто. Будет сейчас дан Вижен Зевсом. И забирается Рошан. Дроу Рейнджер забирает Аегис. Дается механизм. Ребята фактически фуловые. Сейчас немного отступят и продолжат свое давление. Кстати говоря, вышка упала. Насколько неоправдан был файт от команды Лысый Плюс 4. Однако вышку они потеряли. Смерть Дроу Рейнджер, конечно, нужно ей поменьше умирать сейчас и побольше делать фрагов. Не в том она состоянии еще, хотя, однако, имеется у нее уже Dragon Lens. Имеется неплохой набор к статам, и ребята начинают продолжать свое давление. Оказывать. Тем временем Свен, ну не на секунду, имеется у него сабля у Свена, имеется доминатор, не на секунду он не отрывается от фарма, понимает, что важна буквально каждая минута, нельзя ему так просто, нет у него телепортера, однако он будет, и инвокеры, ребята здесь с команды Лысого совершенно спокойно сносят товара. Ну, это может закончиться с последствиями для команды Useless Squad, если они будут так отдавать свои товара. Возможно, потому что преимущества очень много забирает команда Лысый Плюс 4, пытаясь сплит-пушить, снося вышки. Сплитает здесь Свен, пытается половину тавера уже добил, и ребятам нужно или отходить, или пытаться заходить на хайграунд. Нет, будет все равно здесь, видимо, падать тавер. И, ребят, отлично свап, потом венги фулл спирит, ивенвиза нюксай, отличная фиссура, не успевает он выдать проказ, выдается ультимейт от шейкера, по двум персонажам сразу же сбривается Огермак и минус нюксай. Сейчас ребята будут заходить, пытаться, возможно, да, и нужно заходить ребятам из команды Лысый Плюс 4. Сплитпушится, видимо, что птичка у нас уже кастует торнадо, пытаются пушить, здесь на лоу хп совершенно венга. И дается Cold Snap, и моментально инвокер забирает Shadow Демона. В смоках выход и не попадает Свен. Да. Не попадает Свен станом. Shadow Демон тем временем забирает Чена. Дается Silence от Draw Ranger. Это, безусловно, обмен в сторону команды Useless Squad. Безусловно, и ребята сейчас отступят, а Егис не был потрачен. Возможно, стоило бы им попробовать в мид пойти. Они немного пытаются вот кидать свою линию. А вот сейчас инвокер может встрять. Имеется здесь шейкер. Ах, добьет Линюкс. Нет, не добивает. Совсем немножко не хватает Нюксу, кастовывается сразу же моментально инвокером Ice Wall, и, конечно же, отступают ребятам. Так у него и на фиссурку, к слову, не было маны. Вот, ну есть еще Aegis от Draw Ranger, я думаю, ребята будут пытаться продолжать давление. Есть блинк у Свена уже. Ох, сейчас как будет попытка забрать и... инвокера, сразу же законтрили Свена и отступит, уйдет ли инвокер. Стики есть, были потрачены, ультимейт Зевса имеется. Могут попытаться забрать его сейчас. Чен на базу.
Моментально инвокер выхиливается. И здесь будет попытка Дроуренджера забрать Зевса. И Зевс погибает от санстрайка инвокера. Да, не стоит так выходить просто на рунки. И пытался соинициировать файт Тайдхантер. Но, однако, он может сейчас погибнуть. Отлично, свап от Винги в защиту Тайдхантера. Пытался Тайдхантер. Шейкер, ребят, какой Тайдхантер? И вот здесь есть Свен с прожатым ГДСом. И выход моментально он убивает Венге Фулл Спирит. Но, однако, коры здесь живы. Коры здесь живы. Был вижен на дровку. У Дроу Рейнджер имеется Аегис. Имеется Аегис, отличный прокаст от инвокера. Нет, есть Метеор, Санстрайк. Есть Санстрайк, не было Бласта, к сожалению. Сами же заэвейдили свой скилл команда Useless Squad. Погибает от Draw Ranger инвокер, отличный ультимейт от... Погибает Огрмак от Draw Ranger. Отличный ультимейт от Чена, и Shadow Demon добивает инвокера. Накидал он слишком много... Пойсона, и игра продолжается. Так, потратим чин был Аеги с дровкой. Все-таки по нетворсам у нас как раз 20-я минута, и по нетворсам у нас впереди всех идет игрок команды Лысый плюс 4 инвокер. И не отступает ему, не уступает ему нисколечко, буквально 200 голдишки Свен. Но вот когда у Свена появится БКБ, это будет действительно критично для команды Лысого, как мне кажется. Очень тяжело будет здесь против, сражаться против такого Свена. Набрал он преимущество. Действительно очень большое за 20 минут игры. Есть у него 2-300 голды у Свена. На инвокер почему-то... Ну, зафокусили инвокера, не дали ему. Прилетело в него, я не помню точно, честно говоря, что. Как-то его там законтролили. То ли в астрал отправил Shadow Demon, то ли... в Disruption. Будет попытка выхода на Нюкса. Да, и ловится здесь Нюкс. Погибнет ли? Нет, нет, не все так просто. Юзается Мека от Чена. Делается свап от Винги. Свап в никуда, к сожалению. Ну, свап... в таверну, как говорится. Отличный прокаст от Шейкера мы видим. Добивает Чен Шадоу Демона. И законтролили. Вот-вот, законтролили. Нужен айсбласт, нужен айсбласт. Да, айсбласт есть. Контроль. Зевс забивает дровку. Инвокер, да, может перекастоваться. Инвокер уходит. А здесь бежит Зевс, который даст вижен сейчас. И отличный блинк от Свена. Добивает он станом инвокера. Вот ребята сейчас и попали в просак со своей стратегией, с пушащей моментальной. 23-я минута, видимо по графикам, что уже имеет по опыту преимущество команда Useless Squad. Более 2000 по голде, ну буквально нули в графике, стремятся к нулям. Так, и Свен не отрывается, да, покупает Свен БКБшечку себе. И вот это вот будет действительно проблема. Уже сейчас начинается проблема у команды Лысого. Видимо, что Свен уже перегнал на 1000 нетворса инвокера за убийство его. Так, и сейчас все не так просто будет. Зевс очень много импакта вносит в игру, очень много дэмэджа. Очень много со своей пассивкой убирает хп команде, игрокам команды Лысый плюс 4. Имеется у него Блинкдаггер, Линза и Дискорд. А вот Нюкс не покупает, решает не покупать догон. Собирает он Аганим. Аганим собирает. Так, и будет ли это попытка выхода? В смоках, да, и вот надо сейчас понимать ребятам, что сейчас их Нюк здесь вот увидел. Увидел, да, и не даст он так просто. Мы были потрачены досты совершенно далеко, и персонажем, который не... Вообще у него досты, по-моему, не были, не спалили у тровки. Я это хотел сказать как раз. Так...
что-то вот это. А теперь выходка в смокоход команды Useless Squad. И сейчас они могут забрать Чена. Будут ли размениваться на Чена? Пытаться. Нет, нет, нет. Есть вижен. Ставится радар. И сейчас будет погибать Дроу Рейнджер. И сразу же моментально улетает. Была отличная фиссура от Шейкера, однако все равно погибает. Отличный прокаст от Инвокера. Должен он забирать Огр Мага. Нет, Огр Маг пока уходит. Отличный прокаст от Шейкера. Однако отличная ульта от Чена. Боже, как же он отыгрывает. Чен шикарно отыгрывает, демонстрирует нам игру. Как меку, так и ультимейт свой. Но не хватает, уже видно, что проблемы пошли небольшие у команды. У команды Лысый плюс 4 против этого Свена, против этого Зевса, да, и уже в драгах 5 на 5, казалось бы. Но за счет БКБ, конечно же, безусловно, за счет БКБ появляются проблемы. БКБ, который имеется у Свена. Свен может. Они понимают прекрасно, ребята из команды Useless Squad, что они могут. Если будет все продолжаться таким же путем, то они закончат эту игру победой. И вот попытка Draw Ranger выйти, возможно, на Свена. Нет, не выходит. Да, и есть зацепить чем Свена, но не достает. Был зафокусен Свен, и сейчас он пытается стопить, простопливать. Да, есть зацепить Свена. Есть. Скоро будет фискурка. Есть блинкдагер. Контроль. Отличный контроль игроков команды. Лысый плюс 4. Погибает этот Свен. Погибает. Блин, ну как так? Ребята из команды Useless Squad, ну... Почему же вы решили не помогать? Не попадает фиссурой Шейкер, но опять-таки зацепляют Зевса и моментально его убивает команда Лысый плюс 4. Ну, почему не ставится пауза? У ребят уже, видимо, нет паузы. Да, прожимается пауза. Опять дисконнектается Shadow Demon. Свен отжимает паузу. Ну, Зевс все равно в таверне, так что в целом это пока бессмысленно. И падает Т2 Тавр. Падает Т2 Тавр. По натворцам мы видим, конечно же, что Свен впереди, однако он погиб. И сейчас ребятам из команды Лысый плюс 4, они пытаются зайти на сторону. Да, сносят они барак, юзается глиф от команды Useless Squad. Будут сейчас пытаться откидываться. Ребята, есть чем зацепить Shadow Demon. Shadow Demon должен будет здесь погибать. И сносят они один барак. Сносят они один барак. Зев сейчас в таверне. Есть Свен. Свен готов. Свен уже бежит. Свен обходит в смоках и кидает свой стан. Но законтролили Свена. Свен БКБшечка же есть. Но, однако, ребята не будут драться против Свена этого под ГДСом. Подождут, пока ГДС упадет. Имеется Рошан. Сейчас, скорее всего, они будут перетягиваться к Рошану. Нужно, наверное, паузу нажать ребятам из команды Useless Squad. Потеряли они сторону. Генерация. Так, подождем, ребята. Из команды Лысый плюс 4 решили подождать, дать возможность. Ну, отлично, ребята не рвутся за победой, исключительно понимают, что, конечно же, важен имидж, безусловно. Никто не хочет. Так, ребят, здесь погибает Рошан, и сразу же был попытка законтрить Свена, ребята сейчас будут стягиваться. Вот сразу же телепорт, и было прожато БГП, отлично развели Свена в очередной раз. Ну, не достал, кстати, у него была отличная попытка забрать Аегис.
Да, я не договорил, вот, я свою мысль потерял на Рошане, я ждал этого влета от Суэна, влета и ждал, пока он сделает минус 5 со стана и ГДС, но опять-таки я посмотрел, у него кулдаун год ГДС, и, к сожалению, понятно было, что его там раскайтят. Ну, в дополнение ко всему, еще ребята из команды ЛСВС-4 развели его на БКБшечку, заставив отступать. Так, не договорил, да. Это, ребят, киберспорт, все, кто смотрит, и надо понимать, что важнее для команды имидж в какой-то степени, нежели победа. Потому что до многих команд это не доходит, и если ты побеждаешь, ну, действительно, некрасиво как-то, не знаю. Ну, сейчас команда ЛС плюс 4 имеет полноценное право не ждать своих соперников, однако они прожимали паузу и решили подождать, пока зайдет Зевс. Так и вот, посмотрим, что у нас по графикам. 30-я минута, графики буквально нулевые, по 2000, это не преимущество фактически по опыту. По опыту ребята идут одинаково, буквально. По голде, конечно же, безусловно, команда Лысы плюс 4 имеет преимущество сейчас. Ну, это, кстати говоря, нет, даже не безусловно. Я, честно говоря, немножко удивился, что преимущество. Ну, снесли они сторону, попытка будет... И забрать еще одну сторону, как-то захарасить. Ведь могут ребята из команды ЛС плюс 4 заспалит пушить. Видимо, что дроу рейнджер наваливает. Есть аганим у Нукса. Была попытка зацепить дровку. Да, и зацепили. И, возможно, ее сейчас могут убить. Но имеется у нее Аегис, да, и моментально выбивается он. Из нее попытка свапа Зевса. Отличный ультимейт от Шейкера. Прячет Зевса сразу же. Дроу рейнджер здесь в БКБшечке разваливать. Пытается всю команду. Добивает она Зевса. Нечем законтрить Свена. Свен убивает инвокера с даблтычки. Также Свен убивает Венги Full Spirit. И возможно он сейчас еще и добьет Шейкера. Нет, Шейкер уходит на блинке. Или добьет. Идет. Попытается ли добить. Сейчас был отличный момент для того, чтобы Draw Ranger снести сторону. Пока игроки там летают где-то. Ага, все-таки Нюкс добивает. Добивает Нюкс этого Шейкера. Ну, отличную игру нам демонстрирует команда Useless Squad. Но ребята уже в масс-файте. Тяжело что-то противопоставить, ждут, пока БКБшечка будет 5-секундной, чтобы хоть как-то пытаться контролить этого Свена, контролировать необходимое им это просто. Так, и уже, наверное, пора бы посмотреть, что у нас по байбекам. По байбекам имеются ли выкупы у команд, и байбек имеется у инвокера лишь по всей карте, на всей карте, и юзается смока от команды Лысы плюс 4. Попытаются они выйти сейчас, возможно, на Свена. Да, если они сделают, если они убьют Свена, то это может быть критично для команды Useless Squad. Смоки не детектятся, однако шейкеры должны видеть. Должны были видеть. Должна была видеть команда Useless Squad. И думали, что пойдет он подфармливать леса, но он отступает. Свен и парни попытаются. Возможно, это будет какой-нибудь маневр, я думаю. И ответные смоки от команды Useless Squad постараются сейчас выйти. Ох, это может плохо закончиться для команды Лысый плюс 4. Очень плохо может закончиться для парней. И пытаются фаржи как-то идти. Есть ультимейт от Нюкса. Попытается он сейчас зацепить этого инвокера. Все выходят на инвокера. Здесь возможно Венга видел. Нет, Венга Вижн не дает. И все гонятся за этим инвокером. А инвокер гонится за руной, что ли. За руной ребята его теряют под вексом. И делается, приходится... Вынуждает этот инвокер каким-то чудом, буквально каким-то чудом. Это теперь мое. Инвокер заставляет команду
скинуть себя смоки и перетянуться. И вот есть Вижен, Свен сзади. Ох, как может это так же плохо закончиться. И будет попытка сейчас зацепить. Отличная БКБ, и выйдет стан. Сейчас будет погибать, возможно. Нет, Чен выживает. Так, и уходит в Glimmer Cape. Hurricane Pike имеется у Draw Ranger и отступает. А вот сейчас можно ребятам из команды Лысый Плюс 4 попытаться задавить. Есть здесь инвокер, который разнесет, скорее всего, этот барак, да. И нужно уходить. Нужно уходить, инвокер! Испугался. Видно, испугался. Было прожато. Все, донес он все-таки этот барак. И здесь пытается... Здесь катят Свен, и, возможно, Свен будет погибать. Имеется ли выкуп у Свена? Нет, у Свена нет выкупа. Ребята из команды Лысый Плюс 4 должны это понимать. Будут они сейчас пытаться заходить на хай-граунд, доносить. Есть у Чена уже аганимчик, да, имеются у него эншенты. Была попытка зацепить Огр Мага, однако отступает. Чен, Свена не будет 60 секунд. Нужно идти, нужно давить, как-то зацеплять. Где инвокер? Инвокер, беги быстрее к своей команде, ты необходим им сейчас. Нюкса также не будет 10 секунд. Ну, давай, ребята, нужно додавить совсем немножко вам для победы в этой карте. Отлично зацепляет Фиссура и Шейкер, двоих героев команды Useless Squad. Сейчас, возможно, будет погибать Чен, и игра продолжается. Пытаются пушить, доносить одну сторону. Донес инвокер все-таки мид. Донес, заставляет, вынуждая перетягиваться игроков. Отличный блинк от Зевса, выход из драки, юзается проказ. И погибает Шейкер от Зевса, и Чен также погибает. Также они теряют еще гем, теряют ребята. Также Зев забирает инвокера. Остается 300 хп у барака, добьет ли голем этот барак или нет? Интересно. Нет, голем не добивает регенящийся барак. Один барак у команды Useless Squad остается. И сейчас команде Useless Squad необходимо предпринимать какие-то действия. Да, погибший Свен сейчас, не имея байбека. Возможно, его была огромная ошибка в этой игре. То, что он не имел байбека, пришлось отдать две стороны фактически. Будут пытаться сейчас донести. У Draw Ranger имеется дабл дэмэдж. Посмотрим, имеется ли у него состояние выкупа. Да, байбек имеется у Draw. Здесь варды надо понимать. Это у Draw Ranger есть БКБ. Да, добивает Draw Ranger барак и делает тп-аут отсюда моментально. Отличная игра у Draw Ranger. И с мега-крипами ребята из команды Useless Squad. Будут ли они пытаться дефать как-то? Я думаю, да. Пока первые волны, они могут без проблем дефать. Далее будет сложнее, гораздо сложнее. Ребята будут стянуты, покупается книжечка инвокером. Есть у инвокера тревела и... Ну, интересно. Да, один момент решил исход этой карты в целом. Буквально смерть Свена. Если бы Свен не погиб, тогда ребята, я думаю, без проблем смогли бы одефать как минимум одну сторону, а то и все, потому что в масс-файтах они имели огромнейшее преимущество. В масс-файтах и они спокойно могли дать драку. Но Свена зацепили, кстати говоря, как же там красиво был произведен зацеп, его отрезали, его Шейкер отрезал буквально, это была Фиссура, которая отрезала его вот так вот как-то, я точно не помню. Вот так вот она отрезала своего настоящего здесь, и пришлось как-то ему, не знаю, его раскасили, у него было БКБ в кулдауне. И сейчас ребята из команды Лысый Плюс 4 пойдут, видимо, возможно, в последний файт. Мега крипов дефают. Да. Мега крипов дефает команда Useless Squad. Подождут они Рошана. Скоро уже Рошан появится. Команда Лыс Плюс 4 заберут уже с сыром. Да, интересно. Я и говорил, что игра будет очень интересная. Но обидно, конечно. Безусловно, обидно за команду. Пока не буду. Не буду говорить, что они проиграли. Это не поражение. Это момент. Это дота. Это киберспорт. Одна ошибочка вот так вот решила исход игры. Попытка Draw Ranger зацепить Свена, его прячет моментально Shadow Demon, и ребята отступают.
Ребята из команды Лысый плюс 4 отступают. Приходится доигрывать команде Useless Squad без Shadow Demon. Попытка зацепить. Отлично дает Silence Draw Ranger и выдает прокаст свой инвокер. Нет, пока не выдает. Пока Свен просто развалил всю команду своими тычками. Развалил он Шейкера, убил Венге Full Spirit. И сейчас будет прокаст от инвокера выдаваться. Нет, не был. Draw Ranger тут наваливает Зевсу, моментально Зевса убивает. Здесь Свен под ГДСом дает дабл тычку, дровки и разваливает, кучу ХП сносит. Спрятался Нюкс, дает отличный Silence. Здесь добьет ли? Да, добивает Свен, инвокер Свена. Моментально байбек от Свена происходит. И игра продолжается. Пытается дефать. Не хотят отдавать карту, не хотят отдавать, но... Что поделать, и, конечно, фаржей куча, куча крипов. Попытка зацепить Свена опять-таки. Дать лишнее время крипочкам, чтобы они сделали пару лишних ударов по трону. И убивает Свен инвокера. Ну вот, вот, я о чем и говорил, что ребята из команды Useless Squad могут файтиться. Просто один момент решил исход карты. Я с удовольствием буду смотреть следующую игру, безусловно, ребята, и вы также смотрите следующую игру. Падает у нас трон. Нечем, нечем дефать, один Свен, мега крипов. А дефать такое себе, такое себе. Конечно же. А ребята из команды LC плюс 4 потихоньку ресаются и, я думаю, за следующий заход снесут тавер. Фонтану ведут крипочков. К фонтану ведут крипочков. И есть Рошан. И ребята еще будут из команды LS плюс 4 забирать Аегель с дополнения. Дается Bloodlust на трон. Чтобы он регенился лучше, чтобы он бегал лучше, чтобы он атаковал посильнее. Пытаться не хотят отдавать команду Useless Squad, понимала она, что преимущество было на их стороне большую часть игры в файтах. Обидно, обидно, безусловно, из-за такой смерти нелепой Свена. Отдавать карту, конечно же, не хочется. Ну а здесь Рошан с Иром и Аегисом. Кто заберет, разбивают сырок, и Венга подбирает Аегис. А удровка почему-то... Ну ладно, это уже внутриигровые моменты. Ребята из команды Лысый плюс 4. Так, здесь уже позиционку занял Никс. Готовится он кидать спамить своими станами с линзой. И есть ЗГДС от Свена. Моментально он убивает Рейнджер. Есть БКБ от Свена. Свен... Да, Draw Ranger убивает. Так в тот момент была погибла Венга. И сейчас пытается раскайтить Свена. Да, и удается отлично игрокам из команды Лысый 4. Да, сносится Тауэр. Я уже буквально Тауэр. Трон. И это победа команды Лысый плюс 4. Пишут Good Game, Well Played. Игроки. И переходим к следующей карте. Ребят, не переключайтесь, через 5-7 минут игра начнется. Уходим на паузу небольшую.